Так, народ, по вашим таскам, давайте чуть-чуть покажу, чтобы вам было легче. Сюда HTML, HTML, head, title сюда. Title, tasks, body. По первому таску. Где первый таск? По первому таску, народ, смотри. Здесь можно по-разному разделить. По-разному разделить на дивки, например, принтскрин. Давайте сейчас так сделаем. Так, например. Так, можно вот так в отдельную дивку, внутри которой можно, конечно же, и дивки создать, но давайте мы слишком много дивок не будем создавать. Это отдельная дивка пусть будет. Здесь будет еще одна, например, дивка. Например, да, без кнопки. Здесь можно для кнопки еще одну дивку создать. Можно не создавать, но ладно. Здесь можно его внутри разделить на две дивки, например. Вот так, и вот сюда вот еще одну дивку. И все. Ну, здесь... Прямо если глубже идти, можно еще две дивки создать, но я думаю, сейчас посмотрим, по ходу видно будет, как получится. То есть вот такая вот вещь. Соответственно, создаем три больших дивок. Первая вот эта будет, вторая вот эта, третья вот эта для кнопки будет. Сразу можете создать. Дивка. Дивка. Дивка, например, да? Здесь я вам показывал, можно какими-то якобы лейблами делать. Лейбл это вот для таких вот меток, да, название фильма, кинотеатр, время сеанса. Давайте напишем лейбл. Пока это не надо. Название фильма. Лейбл название фильма. И здесь напишем input, да, получается. Input будет некий. Здесь некий placeholder нам нужно тоже как название фильма написать. Название фильма. И здесь мы стили зададим. Давайте сразу здесь стиль зададим. Style равно. Так, сохраним. Ой, сохраним. Обновим. Здесь все будет немножко страшно. Лейбл видит, так как лейбл он строчный и input он строчный, он, соответственно, не, это самое, не спустился. Если, конечно, в этот лейбл в отдельный div положите, то, понятное дело, он спустится. Да? Вот так. Или так можно, или brk можно. Ну, давайте лучше так пока. Пока тогда так. Отдельная дивка, тогда для него еще внутри будет дивка. То есть, вот здесь будет еще одна дивка. И здесь давайте тогда еще одну дивку. Для каждого, да, получается, примерно, будем тогда делать. Или можно было бы, хотел я вам как показать, можно было бы сделать вот так. Можно было бы не лейбл делать, а, например, какой-нибудь там H2. Так как H2 является, заголовок является... блочным элементом, он его сам и так спустит, да, вот так вот название. Только нам сильно жирный не нужен здесь, давайте H3, и еще стиль сейчас пропишем, чтобы не сильно жирный был. Style. Или можно сделать еще, можно было бы еще сделать этот параграф. Font Width Regular, да? Regular, там есть bold, это жирный, regular. Какой там еще был у нас? Что еще есть? Есть болт. Или давайте вот эти цифрами будем задавать. Можно еще и цифрами задавать. Так. Теперь давайте немножко подвину. Все эти три дивки возьму. Положу в один большой див. У меня будет еще один такой самый главный див. Который я возьму, немножко сдвину слева и справа. Чтобы каждый див не двигать. Сделаю основной div, сюда все это положу, все это дело.
Ой, подождите, что я взял? Я что-то не то сделал. А, вот я вместе с Бадди, да, взял? Я все положу, это все вот так, тык. Что-то у меня в последнее время вообще этот ком гонит. Но почему так не работает? Здесь какие-то настройки не сбились, походу. Да, какие-то настройки сбились, блин. Так. Тифка открывается, закрывается. Да, а вот теперь что-то он заработал. Странно. Тайна. Этому инпуту задаем некий стайл, сделаем его шире, больше. Здесь с font size можете поработать, да? Но давайте сперва сделаем width. Скажем, 500 пикселей, сейчас посмотрим. Width. Скажем, 20 пикселей. Побольше сделать. Или даже можно просто задав даже вместо вот этого всего, можно просто задав, ну, выйти, пусть останется. Давайте 30 попробуем. Вот так, да, чуть побольше. Можно даже вместо height задать просто, я так думаю, font size, размер шрифта. Там 30 пикселей, сейчас 24 пикселя. И он сам по себе, вот он станет чуть побольше. Да? Так. Если мы хотели вот этот главный div подвинуть, да, подвинуть немножко style, margin, да. Давайте как сверху 20 пикселей, слева, справа, ну тоже давайте 20 пикселей. Со всех сторон 20 пикселей, немножко, чтобы вот так стало. Так, название фильма, название. Так, H3 немножко это самое, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. 13. А у него, смотрите, какой паддинг большой. У H3. Что-то сильно какой-то паддинг. Сейчас посмотрим. Здесь можно, кстати, смотреть. Вот здесь вот. Берете вот этот инструмент, наводите на какой-то элемент ваш, например, вот он. То, что синеньким, это сам элемент. Получается, синенький — это сам элемент. И у него, так я нажму на него, и здесь смотрю, у него есть вот margin снизу 18 и сверху 18. Что-то слишком большой margin у него. Соответственно, я попробую сделать для него margin, нижний margin для H3, да? Margin bottom. Чуть поменьше сделать. 10 пикселей. Не 18. Вот тогда, чтобы он приблизился. И название фильма. И нормально, короче. Если думаете. Ну там поиграйте, народ. Я сильно детально показывать давайте не буду. Или вы можете сделать вот так. Font height оставить, как было, 30 пикселей. А font size сделать чуть поменьше, скажем, 18 пикселей. Высота примерно так и остается. Более-менее красиво. Так, что у нас дальше? Здесь еще у нас одна дивка есть. Внутри будут еще куча дивок. Но я думаю, вы примерно поняли. Оно с этим похоже. Единственный вот этот элемент. Ну, имеется в виду. То есть здесь примерно как, так же, как и здесь. Единственное здесь то, что на 2 делится. Давайте, да, лучше его покажу сразу. Вот эту дивку давайте я скопирую, вставлю. Вначале. А вот это я вырежу. Почему? Потому что она занимает не всю длину у меня, она занимает только половину. Вот это чисто. Здесь я, получается, создам внутри дивки, создам еще две дивки. Да? У меня будет еще одна дивка и вторая дивка. И внутри этой дивки у меня будет вот это. Вот так. А внутри этой дивки у меня сейчас будет другие элементы. Единственное, здесь будет не input. Единственное, у меня здесь будет не input, а немножко другое.
И здесь будет у меня не название фильма, а кинотеатр. Да? Кинотеатр. Здесь создам селект. Вот это делается селект, народ. Name ID убираем, пока не надо нам это знать. Option. Или тоже пока не надо. Давайте три option создам. Скажем, это фигня. Скажем, кинопарк. Это я так выдумывать буду. Кинопарк. Мега. Мегапарк, например, какой-то, не знаю, кто еще. Люмьер. И здесь тоже можно сдать стили. Стайл. Потому что он был немножко некрасивый сейчас. Да. А, здесь я тоже задам стиль, похожий на тот, да, на верхний. Вот. Давайте отсюда прямо возьму. Может, что-то прям так и будет, может. Ведь не 500, конечно, здесь будет. Давайте 200 пока возьмем. Пиксели высота пусть будет окей. И фон сайз лавлен. Вот. Единственное, placeholder. А, placeholder здесь не нужен, да? Вот нормально. Вот так, да? И здесь еще одна дивка у нас, которая... Кстати, эта дивка занимает всю ширину, да, у нас? Надо будет его поменьше. Вот эта вот дивка. Вот, смотрите. Вот эта вот дивка вторая всю ширину занимает. И как это, и как та. Здесь нам тогда его нужно будет что сделать? Ему прописать некий стиль. Да, кстати, можете здесь вот... прямо вот здесь пробовать что-то прописывать ему, например. Значит, можно было раньше снизить, да, вот, типа, видите, типа, там, не знаю, 50%. И попробовать на него навести, и у него уже, видите, он наполовину будет только. Но мы будем не там писать, мы будем писать здесь. То есть, будет что-то еще похожее в этой дивке, да? Только здесь будет не кинотеатр, а время сеанса. Время сеанса. Здесь, наверное, будет по 100 пикселей, не примерно. Height, ладно, font size, ладно. Здесь две времени, да? Здесь два селекта идут. Здесь единственное идет часы идут. Типа, ну, мы же с вами договорились, что не все часы сюда, а тут слишком много. Это когда мы с вами пройдем PHP там или на JavaScript, можно будет это все написать. Но не здесь. Давайте по 100 пикселей пусть будут, друг за другом пусть стоят. Единственное, мы сейчас сделаем маржин друг от друга. Здесь уже минуты, да, скажем, там 15 минут, 30 минут, 45 минут, например. Ну, хорошо. А так как ему нужно, этой дивке нужно тоже, им дум надо задать по 50%, потому что они друг друга отталкивают. Этой дивке я скажу стайл. Стайл. 50%. Ой, видите, да? Видите. И то же самое пропишу второй дивке и посмотрим, что будет. Чуть-чуть не влазит, да, друг друга? Давайте еще раз F5. Он 50, он 50, да? Но... немножко не влазит, потому что, наверное, они немножко отдалены от родителя, от вот этого, да. Сейчас напишу. А мы хотели же вообще бади прописать. Здесь еще проблема бади есть. Давайте, ну, в этом ли дело сейчас. Младший 0. Как мы с вами уже об этом говорили. Нет, не в этом дело. И попробуем еще вот здесь, как сейчас, F5. 15. Иногда бывает, они не вмещаются. Вроде бы 50-50%, но там какие-то пиксели все равно не дают им. Ну, 50-50%, да? А, вот народ, я дурак.
Я забыл самое главное. Здесь у его и у их вот две дивки у родителя прописать дисплей флекс. Я забыл, да, нахуй? Забыл, забыл. Теперь он стал вообще вот так. Тогда мы сделаем следующее. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Чат-3 как хотят? Не до конца. Давайте вот так сделаем тогда. Вот это у нас главная дивка жить, которая все это внутри хранит. Вот это самая основная дивка. Давайте ему зададим некий bits. Скажем там 5%. Да, чтобы им было. Ну тогда его немножко, видите? То есть он сейчас, смотрите. Дивка, которая все содержит сейчас. Вот эта самая главная дивка, вот она занимает 50% от всего сайта, получается. Ну, единственное, у нее там чуть-чуть маржина есть, ну ладно. Теперь вот это все внутри него хранится, внутри вот этой большой дивки, которая 50% от экрана. Теперь единственное, мы можем вот этому всему сказать уже не в пикселях ширину, а в процентах. То есть вот этому инпуту название фильма тоже скажем ширину в процентах. А вот там input, да, ширину скажем в процентах не в пикселях, а скажем, даже ничего не будем говорить, чтобы он занял максимально там до конца, чтобы он растянулся до конца вот этой самой главной дивки, вправо до конца, чтобы растянулся. А нет, он не растянется, тогда скажем вот так, видите, 100% от родителя, от вот этой главной дивки, или от этой дивки, да, от этой дивки он будет занимать все 100%. Ну, так пусть. Здесь мы единственное скажем, что они по 50%, но внутри вот этот селект у меня будет занимать вид 100%. 100%, когда я говорю вид, он значит, что он будет занимать всю ширину своего родителя, вот этой дивки. А эта дивка занимает 50% от общей дивки. Тогда значит, он будет брать ровно половину. Видите? Ровно половину. Здесь зададим вид 100%, но здесь один минус, что они... А здесь не 100% будет, здесь же у нас два селекта. Они будут занимать по 50, или давайте по 40% будут занимать. Единственный здесь минус, что они немножко прилепились. Тогда мы сделаем вот что. Мы скажем ему тоже 40... Ой. Давайте тогда этому не все 100%, а 80%. Чуть-чуть так отдалим. Здесь единственное инпуты 50% занимает дивка. Сейчас, секунду. Верстка вещь непростая. 50% занимает это, но селекты занимают чуть меньше. Да, они занимают по 40%, но единственное, я здесь скажу margin. Margin left, чтобы он слева оттолкнулся. Попробуем написать авто. Попробуем, что будет. И тогда margin left, тогда здесь придется писать. Давайте margin right. 0 тогда. Пиксель. Так, select. Если в пикселе задавать. Начинает чуть-чуть подвинуться. Да, начинает двигаться. Ну, здесь придется тогда в пикселе сделать. Не самый правильный вариант, но пока с тем, что мы знаем. Давай чуть-чуть побольше сделаем, 45%. 45%. Чуть-чуть подберем вот так. А 45 уже не влазит, да? Тогда здесь 20%, 20 пикселей. Боже. Это я говорю правому селекту, а оттолкнуться от лева на 20 пикселей. То есть он от лева отталкивается на 20 пикселей. Пробуем теперь на 25. Чуть будем вот так вот немножко мучиться, пока не узнаем все прелести CSS, там флексов, будем вот так вот немножко делать черную работу. И так далее. Ну и кнопка, да, там будет ниже. Вот здесь будет кнопка. Кнопку мы там напишите, что-нибудь написать. Поиск фильма. Здесь стайл, так, стиль, ну,
Бордера ничего нету, да? Чисто тупо, короче, отзывы идет. Там 100 пикселей ширина идет. Ой, высота идет. Скажем, 40 пикселей примерно. Там color идет у вас здесь white. И background color идет у вас, скажем, здесь black. Здесь ничего такого, кажется, нет особо. Надо его пошире сделать просто. И надо немножко эту дивку сделать. Может, давайте 5 просто поставим. 5 топ. 20 пикселей. Так, ну, ширина слишком на нас. 40 вот. Там по фонту можете поиграться, да, немножко шрифтом. Ну, примерно вот уже что-то более-менее похоже. Эти два селекта можно было не играться, просто поставить каждую в отдельную дивку. Ну ладно, примерно ладно, сделали. Да, работает все. Китать я это не буду. Попробуйте, напишите. Все, что я здесь написал. Это пусть будет task 1, да? Это будет task 1. Ну я сохраню. По вот этим таскам, народ, тоже детально ходить не будем. Давайте какие-то места особые, важные. Вот это мы с вами уже делали. Вот это мы с вами верхнюю часть сделали. Здесь как делить на несколько дивов я вам тоже показал. Здесь что остается? Здесь можно вот... Ну, скринчер, давайте. Здесь ничего сложного, по сути. Да, вот верхнюю часть умеете делать, делите. Вот это отдельно у вас дивка будет, верхняя часть, да? Это у меня уже в коде есть, я вам уже кидал. Здесь сделайте отдельные три дивки. Вот так. Можете на всю высоту сделать. Вот так, да? Ну, здесь я вам уже начал показывать. Единственное, вот немножко похоже будет на вот это первое задание. А вот это задание немножко, да, там лейбл, типа дивка, примерно, да, лейбл там или h, ну, я думаю, очень похоже, здесь и напрягаться не надо. Здесь тоже можете, как я вам уже говорил, все делить на отдельные дивки. Дивка будет для h2, скажем, потом у вас картинка, текст, можете все в отдельной дивке, можете попробовать без дивок, но картинка, она сама по себе является строчной, так что можете ее тоже так, дивку отдельно положить. Вот это можно в дивку не ложить, можно сделать через P параграф, так как он является блочным. Но можно все желательно в отдельно. И здесь то же самое повторяйте для другой уже новости вот здесь внизу. То есть еще одна для H и так далее, и так далее. Единственная вот эта вот вещь, я вам показываю, я вам давайте еще раз покажу, как вот эти вот выделения делать. Ничего сложного нету. То есть у вас будет table какой-нибудь. У вас будет t-head. It body. Тут body будет. В t-head у вас будет по-любому tr, где будет t-ашки, да? T-ашки. Там скажем. Number, team, number, team и так далее, все писать не буду. Его можете сделать именно вот в этот tr даете. Именно в этот tr даете стиль. Что-то типа вот color white и там BGC black, да? И соответственно у вас будет вот, ну, видно, да, то есть он работает. И то же самое у вас будет, когда здесь уже TR-ки, здесь же у вас будет много TR-ок, то есть много строк будет. И какой TR-ке вы зададите стиль, она и будет как бы вся подкрашиваться. Здесь ничего сложного нет. Да? Я думаю, вы это легко сделаете. Единственное, вот здесь, ну вот здесь тоже ничего сложного нет. Вот это у вас будет дивка, в которой будет там welcome to BitLab. Его надо центрировать. Центрировать текст. Есть такая вещь, кстати. Покажу. Дивки. Скажем, если у вас будет какой-то текст hello.
Ну, надо вертикально, да? Попробуем написать так, стиль. Да, зададим ему, короче, стиль. Зададим ему виц. Виц. Ну, виц он будет 100% и так. Давайте высоту зададим. Это дивка и так на всю ширину распространяется экрана. И высота, скажем, будет там 400 пикселей. Задам его BGC, чтобы вы видели, где это все проходит. И напишу hello. Соответственно, вы увидите вот такой вот. Вот такой вот. Что-то я не понял. Так, пишу min height. А, у меня просто экран большой, да? То есть будет height 400. И hello стоит он где-то вот здесь в начале. А нам нужно, скажем, посильнее поставить. Ну, 400 слишком много, давайте 200 пикселей. Нам нужно его где-то вот сюда, да, поставить. Секунду. Так, секунду. И здесь пауза. Секунду. Так, сейчас давайте это скину вам еще одну, потом чуть продолжу запишу, да, кое-что на сайте.